Жители Лондона отметили 350-ю годовщину со времен Великого пожара. По этому случаю американский художник Дэвид Бесс создал 120-метровую модель Лондона 17 века. Макет города был установлен на плавучую платформу и спущен на Темзу. Далее на глазах у нескольких тысяч зрителей огромную модель сожгли. Напомню, Великий лондонский пожар начался 2 сентября 1666 года в пекарне на улице Паддинг-Лейн и продолжался 4 дня. Тогда сгорело свыше 13 тысяч домов. 70 тысяч жителей города остались без крова.